вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект дырку в руке. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Эта программа есть как и на Android, так и на iPhone. А также вырежем кружочек любого однотонного цвета, так чтобы он не сочетался с вами и с фоном. А также тушь и помада, так чтобы создать эффект крови. Ну что, погнали! Прежде чем мы начнем снимать, создадим эффект дырочки. Я уже вырезала из цветного картона вот такой вот кружочек. Теперь я возьму двухсторонний скотч и приклею на наш кружочек, который я вырезала. И приклеим. И приклеим его к руке. Вот что у меня получилось. Теперь создадим эффект крови. Возьмем тушь и зубочистку и обведем наш кружочек тушью. Посмотрите, вот что у меня получилось. Теперь сделаем то же самое с помадой. Я кружочек обрисовала. Теперь сделаем потеки крови. Берем зубочистку и делаем вот так. Вот я сделала потеки. У меня получилось солнышко. Теперь возьмем кисточку от туши и растушуем. Смотрите, какая у меня красота получилась. А теперь можно идти снимать. Для начала зайдем в лайк и выберем подходящую музыку. Снять на 2x. Включаем 2x и снимаем. И теперь сохраним наше видео как частное. Личный пост. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9, мультмедиа, все. И добавляем наше видео, которое мы сняли. Ищем там, где я не поднимала руку, это в самом начале. Теперь выделяем наше видео и в левой панели выбираем средний значок. Выбираем самую первую функцию. И теперь удаляем наше видео. Нажимаем мультмедиа, фото, фон. И выбираем черный фон, немного увеличим, листаем начало, нажимаем слой мультмедиа, фото, все. И добавляем наше фото, которое мы сделали в KineMaster, тоже продлеваем. Листаем в самое начало, нажимаем слой мультмедиа, все. И добавляем наше видео, вот оно.
И теперь просто убираем хромакей и подстраиваем. Продлеваем, потому что наш фон и фото оказались сильно короткими. Теперь выделяем наше видео и подстраиваем хромакей. Можно нажать на ключевой цвет и выбрать цвет. У меня это оранжевый. А теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень прикольно, мне нравится. Теперь я хочу сохранить. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт, пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока. Царапаю обои, я ем разбитое стекло, а ты боишься крови. Ты можешь купить хоть весь цветочный магазин, но все-таки я буду любить глаза с разводами бензина.